Доброе утро, дорогие друзья! Сайрам, намасте! Сегодня 7 июня 2021 года. Друзья, сейчас я одену маску и скажу, куда мы собираемся. У нас большое событие. Мы решили купить стиральную машинку. Мы едем смотреть. Посмотрели мы в Амазоне. Мне не понравилось. Вот современных там что-то не так много. И были старого стиля машинки, которые раньше использовали. Сказать честно, конечно, с нашим электричеством, не знаю, это дело такое не очень интересное. Но ведь работает кое-как и компьютер, и холодильник, поэтому вот решилась. Я смотрела, как моя вошинг-леди стирает, как наша вошинг-леди стирает белье. Раньше она всегда ходила на речку. Но вот 2 дня назад они ходили на речку, и там, ну, вот там специальные такие, как бассейны были, такие ванны большие, там они стирали. Но 2 дня назад я первый раз увидела, честно говорю, что первый раз увидела, вот как они его стирают, и что по моему белью пробежала обезьяна, и что белье высушенное ветром унесено было, упало там за забор и там, в общем-то, такая мусорная несколько кучка была. Вот. И как-то я немножко огорчилась. Я Саше говорю, мы ее не лишим заработка, мы будем ей давать гладить наше белье. Ну давай посмотрим все-таки стиралочку-то. Ой, какой ананас прекрасный, обалдеть. Огромный ананас. И вот, давайте спросим цены. Вот самсунговская машинка. Вот тоже самсунговская. Вот это такая сверху погружная. And make dry, not so dry. Это сверху погружные, да? Все они самсунги, all самсунгс, да? How much? 15, 16, 17, 25. 5 лет, 10 лет гарантия, говорит. Я не знаю, друзья. Вот я такими не пользовалась. У меня была сверху погружная. Была сверху погружная. Мне она нравилась в Санкт-Петербурге. А такие вот, не знаю. А? Ну да, такая или такая, любая. Что тут такое? Нормал. Там вроде больше какие-то, выбор каких-то. Здесь совсем мало. $18,300, да? 12 лет гарантия чего-то. Здесь вот нет этого, не написано. А здесь вот, вот из и 3Е, вот из и 3Е. Полностью гарантия. А гарантия from shop or from company? From company, shop, same. Ага, ясно, хорошо. Так. Ну, здесь мы покупали холодильник. Надо, может быть, конечно, погружной блендер мне надо.
не помешает. Но что-то я здесь у них его не вижу. Но погружной он маленький, он недорогой, он 1000 всего стоит. Можно, конечно, и на Амазоне заказать. Кипятильники. А вот со стиралкой... За 18 он его купил. Смотрите, какой прям прикольный холодильничек. Вот LG. Все? Пошли. Вот видите, как хорошо. Иду, сомневаюсь. Я вообще всегда медленно все выбираю. Ну, не знаю. Мне, конечно, самое простое надо было, но не знаю теперь. Может, надо было не сверху погружное. Ну, как-то так быстренько все это произошло. Поехали ждать. Ждать, когда доставят и подключат. Teach me now, mama. Doubt. I not understand how to do it. Говорит, ты счастлива? Я говорю, ну теперь я волнуюсь, как они подключат, и чтобы разобраться в этих кнопочках. Конечно, можно и зайца научить на барабане играть. Но мне кажется, я не такая смышленая, как заяц. Какая-то у них там тоже расхламление идет в том магазинчике. Саша говорит, это несложно, несложно. Но я на самом деле, я стираю только на одном режиме часто. К чему привыкнешь? Конечно, неправильно. Валенки. Ой-ой-ой. Он лайт. Приехала наша машиночка. Ой-ой-ой.
You want to open and show? He told me they will show you. How to work? Company workers. Fitting. When? Tomorrow. What time? Company Valla. Tomorrow what time? Timing on you. Valu phone yataro. Tomorrow? Они сказали, что... Ой, наследили-то. Что придет работник компании. Завтра. Да. А как открыть? Тоже? Open also work? Угу, хорошо. Да. Ага, хорошо, ну ладно. Not bad. Ждали. Ага. Ага. Плохо, здесь хорошо. А ты напомни нашей маме, как ее мама ей говорила, хорошие девочки сидят в своем колхозе, а мама во сколько там? Она чуть, этого уже не помнит. Чуть не в 15 лет усвистала. Да. Во сколько мама усвистала в Оркуту-то? Ну, во всяком случае, сильно рано. Она... Да. Говорю, пусть будет человек счастлив там, где он счастлив. Живет там, где счастлив. Вот. Вовь, дуримаешься. Это мама так сказала? Вот прямо так и сказала? Нет, это я так обобщила. Короче. Начинаю что-то доказывать. Краткий перевод, да, маминой речи. Дурью маешься. Да. А помнишь, она мне говорила, ты как же она говорила-то? Я говорю, мам, ну я уже большая. Ты большая, а для меня ты все равно маленькая и глупая. Глупая. И так она это... Она вроде никогда, вот, ну, как бы, всегда у нее речь была правильная, но почему она это слово глупое так... Глупый. Да. Глупые. Три раза повторил. Этим хитом можно сказать, что, господи, мне и мамы хватает и без вас. Да, я все про себя знаю, уже причем давно. Да, и в более мелких подробностях. Да. И живу-то я, чтобы им назло. Вот, ну что ж, да. Давай тебе, Наташа, хорошие тебе, значит, покупки по нашему золотому треугольнику. Да, ты пойдешь по треугольнику ведь? Ты ведь не свернешь с пути? Ой, да, пожалуйста, сегодня и по треугольнику. А куда я сверну, Фира? Я же не глупая, как некоторые. Ах ты, шпилька ты. Все, я буду собираться. Давай, не забудь фикс прайс зайти. Фикс прайс и купи каких-нибудь коробочек. Я люблю коробочки. Да, слушай, я здесь такие коробочки купила, аж два раза купила, еле-еле доволокла до дома, такие большие, мне так они понравились, как это... На колесиках, да? Прозрачные. Да, на колесиках. Вот. Все думала, что у меня поменьше будет это, я туда все запихну, и у меня будет красиво. Ну, в общем-то, мне и без этого красиво. Ну, теперь у меня и коробочки есть. Фикс-прайс все-таки тоже хорошая вещь. Не дала ты нам зайти мне тихонечко и привезти к тебе в гости 10 тысяч глаз, пар глаз. Ну, Ира,
У тебя еще 10 тысяч подписчиков прибавится с моим. Нет, потомим еще, потомим твоих. Нет, Наталья, если ты скажешь, что ты пустишь нас со зрителями в гости, мы прямо завтра поедем в Чинай за визой для Саши. Нет, я не пущу вас. Не надейтесь. Блин. Вот. Ну, или, скажем так, жадина. Завтра я вас в гости точно не пущу. Ты жадина. Жадина ты. Ой. Ты жадная. Ты знаешь, да. Я с тех пор узнала в 90-х годах, когда вот как психологи, изучающие детей, это в Европе, в Америке, это не у нас еще в России, где был отголоски коммунизма, вот, а именно в адекватных странах изучали детей, и они пришли к выводу, чем жаднее ребенок, тем выше у него интеллект. Так что, Ира, я жадина. Я жадина. А я с тех пор, как этот ролик посмотрела, как девочка маленькая говорила, я жадная, да? Как она? Ой, как мне это понравилось. Да. А какую-то еще тоже девочка, там ее снимали маленькую, но это несколько лет тому назад, вот, собирался прийти к ним, ну, ей было годика 3 или 4, прийти какие-то друзья с маленьким мальчиком. И ее родители стали убеждать, чтобы она своими игрушками с мальчиком поделилась. Она: не буду я делиться. Ты что, получается, жадина? Да, я жадина. Ну да, этот же ролик самый известный. Даже Малахов потом приглашал эту девочку к себе на передачу. Такая главное, прелесть. Все были в таком восторге, и многие уже, даже вот женщины в возрасте признались: деточка, ты нам помогла признаться, что мы тоже жадины. Я тоже жадина. Ты понимаешь, какая обычно непререкаемый авторитет мама, все такое. Если мама сказала, ты жадная, и это плохо, значит, ребенку нужно, должно быть стыдно. И чувство вины, и тут уже как бы, ну, мамины там какие-то манипуляции. А девочка стержень, кремень, родилась уже кремнем, видимо, да? Да, я жадная. И главное, когда она была у Малахова, я заметила, она вцепилась в маму, не отходила от нее ни на шаг. А Инка в таком возрасте, чтобы, знаешь, в такой толпе не потеряться, это тоже очень важно, вцепиться в маму. Это просто вот интуитивно надо в таком вот маленьком возрасте держаться именно за маму. Угу. Вот. А многие же дети отбегают куда-то там, забывают про маму. А это очень умная у девочки будет. Интересно, как она сейчас выглядит и как она поживает. Да, интересно, кем она вырастет. Да, вообще здорово. Хорошая девочка. Жадина! Вот. Так, хорошо, девочка. Ну ладно, Иринка, все, Все, давай. Маме привет от ее глупой дочки, пожалуйста, передай. Хорошо, передам от ее глупой дочери и от зятя принца. Да. У нас же зять принц. Да какой он принц? Принц. А я это лягушонка в коробчонке. Принцесса лягушонка в коробчонке. Твои эти подписчики, о чем мы тут болтаем? А они услышат, я это снимаю. А, боже ты мой! Ну ты даешь. Ну я тебя предупредила. А, ты не снимаешь? Я снимаю, но я бы тебя предупредила, что я это выпущу. Я снимаю. А, так ты еще можешь учить. Да блин, ты же все выпустишь. Ты же, у тебя же ничего святого. Как мне пишут, потому что она жадная, и все ради денег, и монетизации. Потому что я жадина. И глупые, и жадные. И еще в бандане. И в очках на бандане. Нет, Иринка.
Если человек глупый, он априори не может быть, как это, в очках. Жадным. Он не может быть в очках. Вот. Так, ладно, я, мне кажется, красиво завершила разговор и отползаю. Ну, в общем, да, самое главное, да, ты припечатала меня комплиментом. Припечатывайте, да, там, режьте мне правду матку в глаза, вот прямо режьте, не стесняйтесь, говорите все, что обо мне думаете. Давай, еще скажи что-нибудь. Блин, ну ты мне вот это вот расплох, так расплох. Линка, я же с тобой попрощалась. Все, ладно. Ну давай, все, обнимаю, что давай. Хорошего шопинга. Ой, друзья, читаю комментарий. Да что это такое творится-то? Да что это такое творится-то, пишет Милана Мил. Съесть немытую ягоду, а потом облизать ее в немытых пальцах. Ну, прям блогер-самоубивица. Ой, друзья, что я вам сейчас покажу, пока я тут монтирую видео, пока оно сохраняется. Вы, наверное, не поверите. Ну, во-первых, да, блогер-самоубивица. Все знают, что мы воду из Ганги пили, и не только в Ришикеше, но и в Варанасе. А эту воду мы привезли, это Саша привез из Ришикеша. Это тоже вода из Ганги, и мы ее вот так вот не пьем. Я ее просто в гомеопатических дозах добавляю в бутылку с водой. И тем не менее, хоть и в гомеопатических, но у нас постоянно потихонечку она уходит, вот чуть-чуть. Дома я в Санкт-Петербурге добавляла святую воду. Бутыли с водой питьевой. А здесь добавляю воду из Ганги. Забыла предупредить, что слабонервным не смотреть. Вот. Блогер-самоубивица. Ой, девчонки, как я вас люблю. Как вы мне дороги.